Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. 15 мая у группы Idol выходит новый мини-альбом, 6-й, по-моему, по счету. И они решили, как многие группы сейчас, это хорошая идея, выпустить предрелизный трек. Предрелизный трек называется Allergy. Аллергия. Как обычно, его написала Сайон, разумеется, с помощью кого-то там еще, потому что никогда Сайон это не пишет. Я обычно помогаю другие композиторы, наверное, авторы песен и так далее. Единственный автор песен полностью здесь Сайон, она целиком Мидо написала. В принципе, песня про нее. Там, думаю, по клипу и по тексту будет более-менее понятно. Вот. Как-то так. Ладно, перед началом реакции попрошу вас поставить лайк и вместе со мной начать ждать целиком полного альбома. И благодарю людей, которые меня поддерживают на Бусти. В особенности Шуру, Илью Просина, Горш, Евгения Ерина и Светлану Мыник. Светлану, разумеется. Что ж, давайте. 3, 2, 1, поехали. Сайон себе не нравится по сюжету этого клипа. В принципе, все девушки будут про такое петь. Я должен увеличить громкость. Почему-то тихо очень играет эта песня. Почему-то очень. Я должен докопаться до клипа, очки недостаточно страшные. Сайон даже не их все равно вылетняши. Другие девочки помогают ей одеться. Сайон прогуляла и проспала урок по тому, как быть королевой. И перешла к пластическому хирургу. О, боже, правда. Может быть, как я. Песня чисто по музыке какая-то очень мягкая. Чересчур даже мягкая, как будто бы. После этого клипа проверю, нет ли проблем со звуком у меня. Можно было предпочесть. Ладно, это его девушка просто. Она уже ехала на операцию красивой. Зачем ее оперировать? Это нет никакого смысла. Песня мне напомнила, я не знаю, творчество условно Аврил Лавин. Какое-то раннее совсем, да. Она и по музыке, и, наверное, по настрою слегка такое. Аврил Лавин, по-моему, не пела о том, что она себе не нравится. Песня называется «Аллергия». Не просто так, у нее аллергия по тексту на зеркало. То есть она себе не нравится. Песню она написала не просто так. Я тоже сказал, дежавю. А по итогам, можно сказать, продюсеров, в котором она участвовала, который продюс One One, то есть там было много достаточно комментариев, что, мол, Сайон как-то лицом не вышло. Она действительно не такая типичная, красивая, как другие девчонки были. Были гораздо более на том, по крайней мере, шоу, более такие, скажем, яркие чисто визуально. Но, по-моему, Сайон настолько сильно выделялась, в принципе, харизмой и... Господи, талантами, своими рэп-скиллами и т.д. и т.п., что как бы странно даже было в какую-то ее сторону что-то писать нехорошее. Ну, бывают на свете дураки, почему бы и нет. Вот, плюс Сайон красивая сама по себе.
само собой. И там дело зависит исключительно, на самом деле, от стиля. Вот они натурально здесь показали две Сайон, и ни одна из них не, даже отдаленно не была какой-то некрасивой. Просто Сайон, которая в конце, которая уже ехала на операцию, зачем-то на операцию ехала, она была, ну, прям вот как Сайон и есть. Прям в супер-супер красивом виде. В общем, странно. Этот клип послал мне смешные сигналы какие-то. Ну да ладно. Что я хочу сказать по поводу песни? Ну, песня как песня. Ничего такого особенного. С другой стороны, это бисайд. Я сейчас проверю одну вещь. Я должен проверить, все ли хорошо. У меня кошка бесится, на самом деле, на фоне. Все ли хорошо у меня со звуком, потому что мне не сильно понравилось, как оно звучит. Слишком мягко, слишком... Включу себе IF, IM и проверю. Проверил, вроде все нормально. Ну, может быть, немножечко там потише это все было. Так что эта проблема, не знаю, может, показалось. Всякое бывает. А ладно, давайте еще раз реагировать, слушать эту песню замечательную. И смотреть, что нам она во второй раз принесет. Привезет, блин. Принесет. Instagram, hate of TikTok, lock all in gallery. Блин, какой у Юсы все-таки голос офигенный. Почему я это я? Она поет. Там был смешной кадр с пластической операцией, который уже в чатике мы обсудили. Ну, во-первых, она представила кого-то монстра, потому что так это дело не работает. Понятно, хочу глаза от этой девочки, а губы от этой девочки. И просто ей в итоге выставляют сумму в 10 тысяч долларов. Это очень дешево для пластической операции. Особенно на глаза и на рот и так далее, на что она там собирается. Вот, но с другой стороны, какой монстр должен получиться в итоге, ничего удивительного. Она убегает в расстройстве, мол, дороговато. Чё там? Девчонки тусят всю ночь. Но видно, что даже эти красивые девочки периодически за что-то заморачиваются и грустят. Вот они такие, о боже мой, здесь еще более высокие, еще более красивые, кстати, нифига подобного. Девочки. Она им сказала fuck off. Какой кошмар. Вдохни глубоко. Ты медленно засыпаешь. Когда проснешься, станешь королевой. Следующий эпизод Queen Card. Что бы это ни значило. Ну, как-то так. Песня мне не сильно зашла. Мне нравится местами чуть-чуть творчество Avril Lavigne, на которое эта вещь похожа. Чисто по настрою, да, в принципе, по музыке, пожалуйста, конца. Не конкретно по каким-то нотам, а, в принципе, по настроению, да. Так скорее правильнее будет сказать.
Но окей, для бисайда нормально. Ждем релиза и надеемся, что он будет крутой и хороший. Я немножко испуган тем, что Idol ушла в сторону рока, рок-поп скорее в данном случае, и я не сильно приветствую это направление. Пусть девчонки, конечно, что делают, то их, что точнее хотят, то и делают, вопросов нет, но, блин, хочется чего-нибудь интереснее. Что-нибудь в их стиле такое классное, торжественное прям. Ну, посмотрим, может быть, заглавки именно это я и получу. А пока все, спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Поставьте лайк, подпишитесь. Бусти, есть замечательный сайт, на котором меня можно поддержать, а можно не поддерживать, это уже на ваш вкус. Всем пока, благодарю людей, которые меня там уже поддерживают.